Президент США Дональд Трамп одобрил законопроект, предусматривающий санкции против китайских чиновников, замешанных в преступлениях против уйгур. В письменном заявлении президента США были подвергнуты критике китайские политики, виновные в нарушении прав человека в уйгурском регионе. Сенат одобрил уйгурский законопроект 15 мая, а Палата представителей 27 мая, после чего законопроект был передан президенту на подписание. Предложенные санкции включают конфискацию имущества китайских чиновников в США и наложение запрета на въезд в страну. Кроме этого, было указано о важности подготовки специального доклада Министерством иностранных дел о правах человека в уйгурском регионе. По сообщениям информационного агентства Синьхуа, в 15 часов 19 минут по местному времени из космодрома Чичуань на орбиту Земли был запущен ракетоноситель Long March 2D со спутником Гаофин 903. Спутник оснащен оптической функцией, которая позволит получать снимки с разрешением менее 1 метра. Китайские специалисты сообщили, что спутник будет использоваться для дистанционного зондирования, планировки и градостроительства, моделирования транспортных развязок, прогнозирования урожая и снижения последствий природных катаклизмов. Наряду с Гаофин 903 на орбиту были запущены два спутника, один из которых будет собирать данные об авиа- и морских рейсах, а другой – тестированием нанотехнологий. Использование Китаем высоких технологий для гонений мусульман и представителей других конфессий, проведение опытов над узниками лагерей, культурный геноцид, внесение в реестр отсканированных снимков лица, видеонаблюдение и слежка при помощи различных технических средств вызвало негодование мирового сообщества. Члены «Большой семерки» раскритиковали новый закон о национальной безопасности, разработанный Пекином для Гонконга, и призвали китайских властей еще раз рассмотреть данный вопрос. Среди политиков, подписавших обращение, находится премьер-министр США, Канады, Франции, Германии, Италии, Японии и Англии, а также высокопоставленные представители Евросоюза. Стороны, подписавшие обращение, заявили, что действия Китая нарушают основной закон Гонконга, англо-китайскую декларацию, принцип «одна страна, две системы», особый статус и успешную систему управления региона. Согласно официальному заявлению Министерства иностранных дел Китая, Ван Ки и его индийский коллега Субрахманьям Джайшанкар провели телефонные переговоры по вопросу конфликта с участием военных двух стран на пограничном посту в Ладаке. Начало конфликту 15 июня, в результате которого погибло 20 индийских солдат, положили действия китайских военных, которые в начале мая нарушили границу и установили блокпосты в трех точках Ладакха. Представитель индийской армии сообщил, что потери Китая составили 43 человека. Однако до сих пор официального заявления китайских властей о количестве погибших не поступало. Четыре страны были избраны в качестве временных членов Совета Безопасности ООН. В Совете Безопасности ООН, состоящем из 15 стран, постоянными членами являются США, Китай, Россия, Англия и Франция. Остальные 10 стран избираются на 2 года из 5 географических регионов. В этот раз Совет Безопасности ООН избрал Ирландию, Норвегию, Индию и Мексику. Из африканской группы будут рассмотрены Кения или Джибути. Начиная со следующего года, вышеупомянутые страны займут свое место в Совете Безопасности ООН.